Уж темно, в санки все садятся через бруствер снежной полосы. Бараним жиром серебрятся его бобровые усы. Дорогие друзья, «Смак» на Первом канале. У нас в гостях сегодня Алексей Воробьев. Давайте поаплодируем. Леша, доброе утро. Спасибо огромное, что вы посетили наш, ну что, как сказать это, веселый ангар. Вот так бы я сказал. Друзья, я напоминаю, что Алексей к нам пришел не случайно. Во-первых, он популярный, талантливый певец, актер, автор-исполнитель, спортсмен. И прочее, но самое-то важное заключается в следующем. Сегодня, 14 числа, финал Евровидения. Я не знаю, каким образом, Алексей, вам удастся вот обратно туда полететь. Я не знаю, как это произошло в преддверии сегодняшнего финала. На самом деле, я не еду обратно в Дюссельдорф. Я собираюсь здесь, вот прямо здесь выступать. И хочу просто сделать прямую трансляцию. Прямо вот отсюда? Конечно. Это было бы неплохо. И я бы так хотел хотя бы один раз оказаться в Дюссельдорфе, хоть и таким идиотским способом. Ну хорошо. Леша, а что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить еду. Так. Уже удивил. Так, Алексей. И? Так вот, сегодня мы будем готовить два блюда. Я здесь уже поставил, пока ты объявлял и читал стихи, я уже начал... Воду кипятить. Так. Спасибо, что ты помог мне с названием. Так. Сегодня мы будем готовить очень простое блюдо, но жутко вкусное и очень простое. Ну да. Это сосиски. Дело в том, что я периодически... Все, спасибо, можно дальше не рассказывать. Сосиски будем готовить сегодня, ребята. Поехали. Это интересные сосиски. Вода стоит, сосиски в холодильнике. Реклама на Первом канале. Хорошо, необычные сосиски. Вот, необычные сосиски от Алексея Воробьева в «Смаке». Что это будет? Каким? Почему мандарины? Почему апельсины? Почему клубника? Почему... Вот это я даже не знаю. Что это, Леша? Это я с собой принес, это мой талисман, я его обычно ношу сегодня. Да, Алексей, только вы его почему-то прячете под одежду, обычный талисман, а сегодня почему-то вдруг достали. Давайте, знаете, это вам, удивляйте этим ваших там фигуристов, а у нас не надо здесь, у нас поэтому и стол здесь. Так, пожалуйста, значит, что сосиски необычные? Как мы необычные сосиски? Ван, ну я рад, что ты тоже принес сегодня свою штуку, которую сам обычно прячешь под одеждой. Нет, это сердце, Леша. Сердце Макаревича, которое хранится здесь. Итак. Так вот, сегодня мы будем готовить сосиски. Дело в том, что я определенное время своей жизни я жил в общежитии. И там моим хитовым блюдом были сосиски с грушей, завернутые в бекон. Потому что наесться можно очень быстро. Реально, две маленькие сосиски, и ты уже чувствуешь... Сосиски с грушей. Вот я грушу принес случайно. Завернутые в бекон. Общежитие это... Давайте сразу уточним. Общежитие это было... Общежитие при каком учебном заведении? При... Школа-студент-хат. Уже при школе-студент-хат. Соответственно, студенты знали, что вот если Леша готовит сосиски, завернутые в бекон с грушей, то все наедятся. Да. Правильно понимаю? То есть это прямо рецепт твой. Абсолютно. Все, давайте начинать готовить. Еще пюрешечку будет. Пюрешечка. Хорошо, пюрешечка. Из чего мы готовим пюрешечку? Из картошки, как это ни странно. Ну, я не знаю, просто здесь лежит корень сельдерея, может быть, из него тоже? Нет. Оставь сердце в покое, оно нам тоже понадобится. Хорошо, картошка. Это будет оригинальный рецепт, опять пюре же, картошки. Тогда, Алексей, я попрошу вас сделать... Ребенка. Так, подожди. Давайте, да, я понимаю, что... Все под одну гребенку уже у тебя. Ну как так? Так же нельзя. Я правильно делал, что я чищу? Да, но вот этим лучше чистить картошку. Я понимаю, что ты не очень опытный повар, я тебе помогу. Я совсем не опытный повар. Если хочешь, дай мне нож. Вот это. Например. Вполне. Так. Вот. Это здесь нужно сразу отрезать, потому что он нам не понадобится. Так, убрали. Значит, вот это нам не нужно, правильно? Да, вот это нам. Окей. Это просто нужно почистить. Вот. Причем неважно, как вопрос. То есть, красоты как бы, снять верхний, я тогда буду. Да. Ты чистишь. То есть это мы делаем для как гарнир к сосискам. Леш, но насколько я понимаю, ведь такая творчески, театрально, музыкальная, кочевая жизнь достаточно рано началась. Во сколько ты стал ездить по гастролям? Ну, мне 15 лет было, когда я начал работать в Тульской филармонии. Так. Потом сразу начал работать сразу в нескольких ресторанах. 15 лет? И ты пел в ресторане? Да. Три ресторана. Слушай, это было очень смешно, потому что ты можешь себе представить, когда... ну, мне было 15 лет, у меня была очень смешная прическа, потому что, ну, было модно, знаешь, вот так вот, ставить вот такой вот хохолок. Ставить хохолок, да, у нас так тоже это называлось, так. Одевать широкие штаны.
Вот. И самое смешное было, когда ко мне подходили вот в этом моем наряде, вот, и кто-то давал мне сотню и говорил, рублей, естественно. Ну, естественно. 100 рублей мне дают и говорят, паренек, Владимирский Централ, говорили мне. И что, ты пил Владимирский Централ? Я пил Владимирский Централ в 15 лет, но это было... Я делал сразу, знаешь, вот этот вот прищур, так очень серьезно вставал, с этим хохолком накрашенным, понимаешь, потому что я еще был более блондинистым, я делал милирование тогда, и мне казалось, это жутко модно. Ну, это действительно, это и... Я вставал, весна опять пришла. И вот этот вот подросток 15-летний, который... 15-летний мальчик с крашенными волосами пел Владимирский Централ. Это было очень смешно. Я думаю, что это была достопримечательность Тулы. Слушай, ну а и сколько проработал ты вот в подобном заведении? До 17 лет я работал... Два года в ресторане? Друзья, поаплодируйте, пожалуйста, Алексею. Потому что, мне кажется, это не, ну, просто это незаменимый опыт. Ну что, картошка практически доочищается. Нам нужно какие-то, наверное, как-то разрезать? Сельдерей нужно нарезать ломтиками, кусочками, потому что иначе он не сможет... Долго будет вариться, да? Да-да-да, он будет долго... Ну, какими-то вот такими вот? Да-да-да. Леш, а что составляет твое меню? Я убежден, что всем же хочется узнать, чем питаются молодые звезды? Ну, ты человек невероятно занятой. Я просто продолжу. Ты, видимо, то, что у тебя началось в 15 лет, ты так в течение всей жизни, ты одновременно снимаешься, да, выступаешь, поешь, концерты, клипы, музыка и кино, и плюс еще катаешься на коньках и побеждаешь с Татьяной Навкой. Да, так и было. Но я скажу честно, мне кажется, еда – это как бензин для автомобиля. Угу. Нужно в современном мире... Угу. Нужно успевать быстро поесть, просто для того, чтобы дальше действовать, нам не нужно так много, вот этого нам уже абсолютно хватит. Да? Да, вот это. Ну, вот это не надо? Это можно сохранить, вот сберечь. Ну, да. Это мы отложим. Так, то есть, как бы это такой быстрый, просто заехал на пит-стоп, ты перекусил и дальше тратить энергию. Да. Значит, да, это мы, я думаю, что нам нужно картофель, мне кажется, тоже разрезать. Зачем нам целиком он нужен? Быстрее сварится, нет? Ну, можно, конечно. Мне кажется, что вот так вот будет самое... Для скорости? Для скорости. Так, кипит вода? Да. Кипит вода. Прекрасно. Мы можем это совершенно спокойно сюда опускать. Аккуратно ходи. Аккуратно, сейчас все будет. Так, все. Раз, два, три. Пускай закипает. Значит, друзья, это для пюре. После этого мы будем это сливать и делать из этого пюре. Да? Да. Есть какой-то рецепт, Леш, который вот ты знаешь, вот нет возможности поесть, нет возможности быстро что-то перехватить, но ты съедаешь вот этот кусок бараньего, ну, к примеру, бараньего плеча. И ты знаешь, что ты выйдешь и споешь. Ну, правда. Ну, кто-то пьет коньяк до выступления. Нет, вообще... Кто-то пьет коньяк вместо выступления. Кто-то сырое яйцо. Кто-то вареный, На голодный желудок петь вообще нельзя, потому что больше одной-двух песен просто не вытянешь, потому что, ну, голос начнет быстро садиться. Серьезно? Да. На голодный желудок петь невозможно. Поэтому перед тем, как... Самый, наверное, быстрый, легкий способ, это, кстати говоря, бананы. Угу. Потому что, во-первых, их везде можно купить сейчас. Правильно. Вот. А во-вторых, они очень калорийные, ими очень быстро наедаешься, и в них еще есть гормон, там у них есть какая-то штука, которая вырабатывает гормон радости в человеке. Поэтому это жутко полезная и очень классная вещь. Так. Два банана, и можно уже отпеть 45 минут, концерт вообще легко уже. Два банана, и можно отпеть концерт 45 минут. Я вообще работаю за еду обычно. Мне перед концертом дают два банана, я говорю, а здесь же можно. Ну ладно, Леш, ну перестань. Ну как, ну что ты, ну зачем ты так говоришь? Ты человек, мы не можем просто такие вещи говорить. Ты человек, который представляешь нашу страну на Евровидении. Что за же мы будем говорить? У меня вообще 4 банана, да. На Евровидении, чтобы говорить, что Алексей работает за еду на Евровидении. Будем говорить за бытовую технику. Миксер. Леш, значит, что у нас для пюре мы все приготовили. Знаешь что, подожди, сделаем паузу. Сделаем паузу, не торопись, смотри, у тебя, видишь, ты как бы... Да. Вот посмотри, я уже в другом темпе существую. Друзья, сейчас короткая пауза, у нас реклама небольшая на Первом канале, после которой мы вернемся, и узнаем, что бри в переводе с украинского означает «бабушка, ты зачем усы сбрила?» Глава, Зина, вы такие замечательные девчонки. Как же с вами весело в этом вагоне-ресторане. А почему вы все время мне подливаете коньяк? Михаил Зощенко, спи скорее. Дорогие друзья, смак на Первом канале. У нас в гостях сегодня Алексей Воробьев, который готовит пюре. Леш, нам нужно переходить непосредственно, я так понимаю... Да, к главному блюду. К главному блюду. Итак, что для этого нужно? Пожалуйста, доставай. Для этого нужны сосиски. 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 Сосиски и бекон. И бекон. Прекрасно. Еще груша.
Я так понимаю, что предпочтение тут... Говяжьи. Говяжьи. О чем свидетельствуют друзья? Да-да-да, на них татуировки, видишь? Это специальные говяжьи сосиски. Друзья, фантастически, я первый раз такое вижу. С татуировками. Написано «говяжьи» прямо на самой сосиске. Слава богу, вот мы возвращаемся к истокам. И ты, как человек, который пел долгое время в фольклорном ансамбле, должен знать, что есть, была на Руси такая профессия «расписчик сосисок». По сосискам писарь. Вот как эта профессия называлась. Писарь по сосискам. И вот человек, владеющий этим уникальным мастерством, слава богу, обнаружился в Вологодской области. Человек при помощи гусиного пера на сосиске, при лучине, пишет говяжьи. Что нам нужно сделать? Мы берем сосиску. Я знаю, сейчас вот эти вот штучки, нет? Извините. Нет, я просто так люблю, вот это такой идиотизм. Я помню, когда я учился в институте, разряжаешь так крестиком сосиску, а потом раз ее на сковородку, она такая... Такая становится. Ну, это, я так понимаю, у меня у одного такая радость была. Пожалуйста. Ну да. Все остальные ели сосиски. Нужно сделать, как это ни странно, из сосиски книжечку вроде того. Сейчас я поясню. Я понимаю, да, то есть нужно, чтобы она раскрылась. Нужно, чтобы она раскрылась. Но при этом не развалилась. Но не развалилась. Это очень правильно. Нужно, чтобы она раскрылась, но не развалилась. Пробуем. Раскрылась, но не развалилась. Ну, например, вот так, да? Да. Ну, вот. Ну, вполне. Очень талантливый у тебя получилось. Ну, вполне. Очень чтобы туда что-то поместилось, правильно? Ну, что-то туда. Сколько нужно таких сосисок? Так. Сделаем штук 6. Леш, у нас была здесь Таня Навка, которая рассказывала уже, мы чествовали ее с победой, поздравляли и так далее. Я не могу поверить, как ты, человек абсолютно неподготовленный, сломав руку, тем не менее, не просто вернулся, а вернулся настолько триумфально. Вот у тебя, ты понимал, что ты рисковал, ты мог на всю жизнь остаться с кривой рукой? Ну, вот здесь у меня шуруп до сих пор, например. Вот, вот сейчас у тебя шуруп здесь? Ну, да, вот тут вот. Ну, здесь он. Что, серьезно? Да, в руке в этой шуруп. Вот. Но я там не только руку, я... Там много чего? Надорвал в связку в колени. Аплодируйте, пожалуйста, а, Леша. Вот. Леша, это такое мужество, которое вызывает просто желание... Я просто, знаешь, вот я, глядя на тебя, я думаю, что многие просто захотели себе вернуть шуруп куда-нибудь, просто чтобы быть солидарным с тобой. Хорошо, что мы делаем дальше? Что мы делаем дальше? Груша, дальше, да? Мы берем грушу, да. Так, давай, я возьму. Да, возьмем две. Смотри. Ну, естественно, нужно ее просто разрезать для начала. Разрезать грушу на 4 части, так. Потому что нам нужны будут тонкие ломтики. И мы нарезаем грушу на тонкие ломтики. Да. А как такое пришло, вот такое, я не понимаю, откуда такое сочетание вкуса? Вообще, это что-то французское, когда груша, сосиска. Не знаю. Напоминает объявление на сайте знакомств. Груша, сосиска. Так. И что мы делаем дальше? Вот эти вот тонкие ломтики. Так. Нужно, чтобы они прямо... В общем, нужно сделать так. Сейчас я покажу. Смотри. Покажи. Как бы сделать парус этому кораблю, смотри. Нет, тогда бекон не сможет завернуться. Нужно, чтобы эта штука была еще тоньше. Потому что это, в принципе, просто добавляет привкуса. Когда ты ешь сосиску с беконом, груша, она... Смотри тогда, что я предлагаю. А вот если так. О! Замечательно. Да, и также, то есть, как бы тоненькие ломтики, которые... Но, вот я режу себя на две части, чтобы вмещалось, как бы, оп, смотри, и сразу вот в одну сосиску. Я бы хотел сейчас, знаешь, что сделать? Пока. Соль. Вот она. О, овощная. А подойдет ли овощная соль? Отлично. А почему нет, да? Сколько? Я думаю, что вот так-то. Ну, смотри, сколько тут у нас воды-то. Хоп! Это все? Это больше не надо. Это домой, это больше не надо. Смотри. Сейчас мы это все перемешаем. Так, перемешиваем. Ну и все, пускай какое-то время еще чуть-чуть поварится, и мы будем это сольем. Отлично. И будем делать из этого... пюре при помощи какого-нибудь... Человека. Так. Так, отлично. Что делаем? Значит, я вот... Да. Все, я все понял. Я сейчас быстро схватываю подобные вещи. Иван, вот да. Скажи мне, я недавно прочитал в журнале, так. Что ты будешь играть Че Гевару в кино. Скажи, какие чувства при этом ты испытал? Это очень важно, от этого зависит ответ. Я испытал радость и гордость. Радость и гордость. Потому что я за счет своей внешности Че Гевару все равно бы не смог сыграть. Я могу Иванушку-дурачка поиграть в кино. Вот, Че Гевару никак. Но это здорово, если вдруг ты сыграешь Че Гевару. Я бы очень порадовался. Я могу тебе сказать, ты абсолютно прав. Действительно,
подобная лживая информация выходила периодически. Да. Но, к сожалению, друзья, могу официально заявить, мне поступило такое предложение, действительно, от замечательного кинорежиссера Эмира Кустурицы. Но у нас не совпали графики. И родственники Че Гевары были против, чтобы их предка играл человек с эстонской фамилией. Там какие-то идиотские венесуэльские клановые дела. Я не вмешиваюсь в этот идиотизм, поэтому просто хотел бы предложить замотать сосисочку в бекон. Я правильно понимаю, что мы будем оборачивать? Да. Покажи, как это делается, Леша. Я покажу. Нужно взять и прямо по спиральке. Я понял. Все, я услышал. Слово «спиралька» помогает. Помогает. Ну, смотри, но не хватит одного кусочка. Вот поэтому я и хотел, чтобы бекон был подлиннее. Ну, подожди, а мы можем попробовать два. Смотри. А что нам помешает два? Ну, смотри. Вот два. Ну, прекрасно. Ну, что такого-то? Ну, смотри, если у тебя сосиска... А, я понял, в чем, да. У тебя красота, а у меня пленный немец. Я понял, в чем дело, да. Нет, я считаю... Я услышал тебя. Не, Леша, я согласен, так гораздо более красиво, как ты предлагаешь. Посмотри, вот. Да? В еде обязательно должна быть эстетика, потому что когда еда выглядит некрасиво, ее не захочется. Как пленный немец, в других словах. Мы можем выкладывать уже сразу? Да-да-да, аккуратненько. Аккуратно выкладываем, да, красиво. И главное, что это очень быстро. Я убежден, что отечественное студенчество, среди которых, ну, большинство твоих поклонников и поклонниц, что? Будут очень рады подобному блюду. М? Потрясающе. Да? То, о чем ты меня просил, правильно? Вот это, да? Да, так и есть. Все, делаем. Так. Так, так, так. Оп. Заворачиваем. Оп. Заворачиваем. Скажи, еще одна сосиска осталась. Я всех, кто принимал участие в проекте, связанном со льдом, спрашиваю, ты скучаешь? По льду? По льду. Или почему ты скучаешь в этом проекте? Очень смешно. Что значит смешно? Ну, что ты меня сразу подозреваешь? Ты что, ты думаешь, если ты читаешь желтые газеты про Че Гевару, ты не знаешь, что я читаю? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я не читал желтые газеты. Я не знаю. А о чем ты говоришь, Алексей? Вообще, я хотел спросить... Во-первых, это я написал в газету про тебя, что ты будешь играть Че Гевару. Ну вот видишь, а я про тебя не читал. Ты скажи просто, меня вообще не интересует это все, вот эта шумиха, которая у тебя. Просто скажи, в программе «СПАК» было или нет? Все. Так, более того, ты не первый человек, которого мы спрашиваем про это в нашей программе. Так, поехали, работаем. Давай, значит, сколько? 160 градусов должно быть в печке. Поехали. 160 в печке. Но это, я думаю, что это сколько? До 15 минут. Но это максимум. На самом деле нужно поглядывать, потому что, когда там все зашкварчит, можно уже вытаскивать. Леша, я хочу предложить сделать одну вещь. Что с картошкой? С картошкой все нормально, я пошел ее сливать. Картошечка с сельдерейчиком готова. Алексей, на секунду я тебя оставлю на нашей кухне. У нас короткая пауза рекламная, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что цедра в переводе с чешского означает «ты у меня первый». А вздрагивает дядя Витя с тех самых пор, когда сейф с духовкой перепутал. Валентин Катаев. Маленькая железная дверь в стене. Дорогие друзья, «СМАК» на Первом канале. У нас в гостях сегодня Алексей Воробьев танцует под неслышимую музыку. Леш, я принес... Просто я подумал, что когда ты стоишь там, почему-то на заднем экране показывают меня. И я решил, грех не посмотреть в этот момент в камеру и какую-нибудь странную рожу не показать. Я, знаешь, ты... Может быть, меня и не видно было, но мне было приятно. Ты знаешь, дело в том, что все задние экраны страны на сегодня твои. И передние тоже. Потому что сегодня ты наш герой. Мы за тебя болеем, мы за тебя держим пальцы. Я лично поставил 600 рублей на тебя в конторе «Вазген Евровижн». Ну что же, так, нам нужно срочно начинать делать пюрешечку, да? Мы можем же это сделать прямо здесь? Отлично. Мы можем это сделать прямо здесь, значит, я тогда перекладываю это. Так, воду мы уже слили, надо сказать. Аккуратно, так. Очень хорошо. Так, теперь... Вот этой штукой можно аккуратненько, да, делать этой штукой. Теперь попробуй, кстати, картошку-то. Так я попробую, она вообще сварится. Ну, как-то... Так, не особенно. Давай-ка в кастрюлю лучше это мы сделаем. Обратно пересыпаем в кастрюлю. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Надо сказать зрителям, такая технология правильной изготовки пюре, она и есть. Нужно высыпать сначала вот сюда, потом... Давай, я уже начал делать пюре. Да. А тебя я прошу достать немножко сливочного масла.
и молока. И пармезанчик. И молока, пармезан молоко, обязательно. Да, 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 конечно, конечно. Да, ребята. Слушай, у меня к тебе личная просьба. Да я на всякий случай. Ты не мог бы с этим пакетом петь его? Да, конечно. На Евровидении. Просто, когда выиграешь, просто взять отрезки. Я так рад. И весь пакет, как говорится. Да. За победу. Так, так, так. Так, давай, давай. Прямо немножечко. Стоп, я думаю, что вот вполне, да? Мы же любим такое пюре не... Солюшка. Солюшки. Может, ты знаешь, я думаю, что соль не нужна, потому что мы добавим лучше дай-ка сливочного маслица. Давай. Я вот уже так вот будет хорошо. Прям. Колотушка тук-тук-тук. Спит животное паук. Так, так. Как говорится. Натри-ка пармезан. Вот на этой вот терочке. Так, так, так. А картошечка у нас уже полностью перемешалась, стала воздушной. Чем больше ее вот так вот делать. Ну как пармезан? Ничего? Отлично. Так, так, так. Так, слушай, ну пюре получается, пюре получилось, смотри, пюре прямо... То, что надо. Смотри, какое пюре воздушное. Ты давай насыпай, мне кажется, пармезаном точно пюре испортить невозможно. Да понятно, но нужно опять размешивать теперь просто. Иначе оно все сверху налит сейчас. Все, друзья, пюре у нас готово. Пюре абсолютно готово. Подожди, я бы добавил... Стоп, подожди, ты же хотел еще приготовить... Фруктовый салат. Фруктовый салат, так давай же срочно его готовить. Пюре у нас готово, сосиски у нас продолжают запекаться. Что мы делаем сейчас? Десерт. Не десерт, а лё-десерт. Лё-десерт, как говорят у нас. Где у вас так говорят? В Ленинградской области. Для этого нам понадобится совершенно обычный йогурт. Обычный йогурт, да? Обычный йогурт. Белый, да? Нет, это не белый. Это клубничный. Клубничный йогурт? Ну, да, любой клубничный йогурт. Не обязательно клубничный, можно ананасовый, кому какой нравится. Я ну, с каким-то вкусом, да? Ну, лучше со вкусом. Но это мы, наверное, потом. Нет, да, это пока мы потом. Не надо так. Заливать, я просто его вытащу. А сейчас что нам нужно? И теперь берем и нарезаем те фрукты. На самом деле, мне кажется, готовить и придумывать блюда нужно исключительно с теми... с тем, что ты любишь. Соответственно, мы берем бананы. Что ты любишь? Ты любишь бананы? Ну, давай, ты нарезаешь бананы. Я что буду нарезать? Клубнику. Можно нарезать клубнику. Так, что? Обязательно мандарин туда. Какими, как нужно нарезать? Апельсин. Это очень важно. Как нужно? Мелко. Ну вот так это. Вот, да. Можно даже крупнее, потому что фруктовый салат, он... Да, но фрукты все-таки могут быть полезны достаточно крупно. Так, я так понимаю, что это все-таки твой... Неизменный спутник, судя по тому, как, в какой форме ты находишься, как ты прекрасно выглядишь. Сколько раз в неделю ты ходишь заниматься спортом? Ты же сейчас на коньках-то временно не катаешься. Нисколько вообще не хожу заниматься спортом. Ты не занимаешься спортом? Вообще не занимаюсь. То есть это природа? Но просто я же все время прыгаю, бегаю, ну, на ты концертах танцуешь, полежу, у тебя же, да, я видел твои клипы. Ты там сам же выполняешь все трюки, все танцы. О, да-да-да, это я очень люблю. Я и в кино, я недавно прыгнул в кинофильме с 17 этажа и влетел в третий на веревке. Вот здесь вот была веревка, 17-й. Скажи, а сколько артистов перед тобой должны были играть эту роль? Дальше. Так, что, мандарины? Мандарины, апельсины, все, что нравится, на самом деле. Подожди, а еще же есть вон... это что, манго там? Или это дыня? Я не понимаю. Это дыня. Нет, это дыня, да? Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Давай посмотрим. Дынька. Давай посмотрим. Ну, опа. Точно, дынька. Смотри, ты угадал. Я думаю, что нам половинки хватит, да? Сейчас мы это ты можешь забрать с собой на Евровидение, а я вычищаю. Да, кстати. Посмотри, как там сосисы. Сосиски. Нет. Еще нет, да? Леша, а могу я вот такое предложение сделать? Не резать дынь, а вот так-то ее вот такими вот лепесточками. Ну, это новаторство определенно. Ну, вот такими вот веселыми лепесточками. Определенно новаторство. Потому что это же скорость прежде всего, да? Клево. Так, значит, дыня, мандарин, клубника, банан. Что еще? Да, в принципе, можно больше ничего. Да, ну ягоды, да, еще? О, обязательно малина. 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 Малина, это хорошо. В принципе, туда еще обычно можно там бросить яблоки, причем какие нравятся. Ну, яблоко у нас все-таки такое, знаешь, у нас такое прямо... Тропический немножко. Такой. Тропический. Я думаю, что это хватит с мандаринами и апельсинами. Так, малина. Малина. Вся. Прям всю. Вся. Отлично. Это чуть-чуть. Назовем это голубикой. Совсем испортит. Спасибо. Да, отлично. Вот так вот, все. Ну ладно, не испортит, Леш, ну не испортит.
И теперь я прошу тебя сделать, что ты давно хотел сделать, а именно, как говорится, превратить это уже все в утреннее такое блюдо. Вот, посмотрите, друзья. Нужна ложка. Сейчас, одну секунду. Ложка, бери, выбери сюда любую. Что это такое, я не знаю. Похоже на язык змеи. Это ложка, которая открывает пиво. Давайте. Вот это все можно просто размешать. Да, вот так вот. Ну что? Очень хорошо. Пахнет, да? Пускай немножко постоит на свой салат, поаплодируйте, Леша. А я предлагаю сделать вот что. Прежде чем мы накроем на стол, я бы хотел перечислить все блюда, которые ты приготовил, а ты меня поправь, если неправильно сделаю рецепт. Значит, пюре. Пюре. Сельдерей, картофель. Думаю, что можно даже где-то 1:2. Варите картофель в соленой воде вместе с сельдереем до готовности. Потом, конечно, все это разминайте. Добавляйте сливочное масло, немного молока, по вкусу соль и пармезан на терочке натирайте. И очень-очень тщательно все это перемешивайте, чтобы была такая воздушная субстанция. После чего, или во время, вы берете сосиски, надрезаете их, раскладываете, внутрь кладете тонкие кусочки груши и заворачиваете сосисочку в бекончик, кладете на противень. И где-то в течение, в общем, пока не будут готовы. Но на самом деле это обычно минут 15. Минут 15-20. Так, вот посмотрите, друзья. Леша, вот можно я задам тебе, прежде чем ты будешь отвечать, один вопрос. Что ты почувствовал, когда тебе сказали о том, что ты будешь... Ну вот что ты почувствовал? Не, ну меня вообще не посвящали в эти планы. Я более того, в тот день, когда мне это объявили, и когда сказали, что я... Это буквально накануне, до того момента, как я вышел на Первый канал и спел в первый раз эту песню в эфире. Да. Ну вот, мне сообщили об этом, я еще текста не знал. И более того, в этот день я должен был улетать на съемки вообще в другой город. Да. Получилось, что съемки пришлось отменять, все пришлось так вот в скорейшем темпе. Очень красиво тебе это получается. Но я порадовался, потому что... Слушай, ну, мне кажется, это для артиста, для певца в нашей стране, это такой, с такой любовью к этому конкурсу. Ну как тебе сказать, ну это ответственность огромная. Конечно. Леш, мы тебе желаем оставаться всегда таким простым, веселым, жизнерадостным парнем. Потому что чем больше ты будешь оставаться самим собой, чем больше ты будешь продолжать и дольше есть такую простую еду, сосиска, груша, бекон, пюрешечка, типичное блюдо для нормального тульчанина. Мы Тулика. Мы тебе желаем удачи. Сегодня час X. Сделай, пожалуйста, выступи так, чтобы нам, твоим согражданам, было радостно, и чтобы мы все гордились тобой. Друзья, давайте попробуем, Леш, давай пробовать то, что у нас получилось. Пюрешечка. Да, пюрешки, температура пюрешки. И, друзья, вот, наконец-то, уникальный момент. Смотрите, груша, бекон, сосиска, сверху пюрешка и... Чувствуется уровень сразу? Да. Леш, я хочу, чтобы после твоего выступления вот этот вкус, который сейчас у меня во рту, был у всей Европы. А там, Леш, давай я положу салата. Че, это мы чтобы для пробы, мы сейчас будем продолжать есть. Я хотел сразу тебя поблагодарить за это замечательное утро, потому что с таким хорошим настроением приятнее ехать в душу. Конечно. А фруктовый салат готовился просто элементарно. Вы взяли самые вкусные фрукты, залили, порезали их, залили их фруктовым йогуртом. Давайте попробуем. Это просто очень вкусно. Леш. Да. Давай. Мы желаем тебе не победы. Победа придет сама. Мы желаем тебе успеха сегодня. Будь молодцом. Покажи им класс. Покажи этим европейцам нашу стать. Алексей Воробьев, друзья, сегодня смакел. Сегодня вечером, смотрите. Вечером прямой эфир, это финал Евровидения из Дюссельдорфа. Алексей Воробьев. Там, Леш, одна фраза. Выйдешь на сцену, просто посмотри в камеру. И даже не подмигивай, даже не махай. Просто подумай на секунду о сосиске, завернутой в бекон. И мы поймем, что ты с нами. Леша, сейчас вернусь, будем заканчивать завтрак. И я тебя сам отвезу на своей шестерке в аэропорт. Друзья, у нас заканчивается смак. Увидимся уже тогда, когда будут известны результаты сегодняшнего финала конкурса Евровидения. Смотрите нас в следующий раз в нашем следующем литературно-кулинарном альманахе. И вы узнаете, что папайя в переводе с румынского означает «Я ведь твой отец, Ванюшка».